Глава Крыма Сергей Аксенов отстранил от должности начальника ГИБДД в Ялте за проблемы нелегальных перевозок. В ходе выездного заседания по проблемным вопросам в Ялте лишился своего поста начальник отдела ГИБДД Леонид Соболев. Об этом сообщил глава республики. По этой же причине уволен и начальник Ялтинского автовокзала. 30 июля Сергей Аксенов потребовал от Министерства транспорта республики отстранять от должности и увольнять начальников автостанций, которые не принимают мер по борьбе с нелегальными перевозчиками. Ситуация, могу сказать, отвратительная. Значит, никакой реакции должностных лиц не было. Сегодня были приняты решения об отстранении уже уволенного директора Ялтинской автостанции. Я сегодня переговорил с исполняющим обязанности министра внутренних дел по Республике Крым Карандой Павлом Леонидовичем. И мы договорились о том, что будет уволен начальник ГИБДД Ялты, господин Соболев, за бездействие, за отсутствие организации работы. Даже разбираться не хочу, мы договорились. Работают под черным флагом, все происходит на глазах должностных лиц. Пусть ищут себе работу в другом месте.